Всем привет, друзья, с вами Андрей и Максим. Итак, просто спонтанно получилось собраться, решили мы запустить карантинный турнир. Хоть уже там и как самоизоляция немного уже проходит, но мы решили сегодня это сделать. На 4 выпуска у нас будет распределен турнир между нами друг другом. В 4 играх мы сразимся с Максимом, ну и естественно, как ни в FIFA мы могли начать. Давай сыграем рандомными командами, именно когда выбирать. Понял? Угу. 3 раза выбираем, типа, вот ну, это все. Да. Но начнем, типа, именно с пака. Давай, кто, ну, вообще, ну, у кого лучше выпадает, тот и первый будет потом выбирать команду. Первый. Угу. На ЦУЕФА решаем, кто первый откроет нужно пак. Себе. Да, первый номер. ЦУЕФА, ЦУЕФА. Я первый, так, погнали. Почему там столько бумаг? Там два игрока, и оба они редкие. Так, я сразу смотрю. Ну, это ничего интересного даже. Это даже не дальше, это у нас Пачека, 82. Сейчас такой там у меня ДХ, типа в дубликатах. 82-78. Окей, нажимай ты. 82. Вот сейчас вот если ты мне Тотсу вытащишь, такой... Хотя бы волкаут был бы. Нет, даже не волкаут. Это так же, как у меня, нет. Ну-ка, ну сейчас подожди, там может быть дубликат. Что это так? 2 по 700. Иконы, блин. Да, иконы. Так, мы быстро уходим из Ultimate Team. А что быстро? Быстро, потому что у нас хронометр... Да пофиг там на него. Мне кажется, мы можем... Да, Барселона, Реал, да. Быстрый матч. Обычный матч просто сыграем. Просто классический. Угу. На 11 на 11. Ну что же, погнали. Сначала я выбираю чемпионат на 3 именно. Угу. Не из трех, а именно последний третий. Раз, два, три. Италия. Подожди. Это, ну, Испания так и была. Раз, два, три. Она так и осталась или нет? Или еще она же? Давай еще раз. Блин. Теперь лига? Да, ну у тебя уже либо, ну, хочешь, можешь остаться, я не знаю, типа, в премьер-лиге, типа. Да давай, 3 раза. Ладно, давай. Раз. Блин, 2. Поменяйтесь. 3. О, спокойно, все у меня успелось поменять. Раз. 2. Ну еще раз. Типа. Yeah. Давай за это. Выйди в АПЛ. В АПЛ именно выйди. Вот, все, давай. Ты с премьер-лиги выбираешь. Так. Раз. 2. 3. Ну ладно, на поле осталось. Ну и сейчас Сити какой-нибудь. Нажимай. Yeah. Ну окей, посмотрим. Ой, да остановила. Где моя остановила? Чего меня переключили? Я готов. Вот именно третий. У тебя есть Джек Грилиш. За него очень много денег сейчас. Че, сразу или составы? Да я не знаю, что там кто. Сама-то. Вот у тебя вот он где он. Вон Грилиш, типа у меня есть его информ 8-6, но за него сейчас даже Манчестер Юнайтед борется. Все? Да. Окей. Молодежь выпустил. Даже я не буду тоже. Так, так. Играем за мою команду, которую я попал в карьере за игрока. Это моя первая команда в топ-5 европейских лигах. Так что сейчас мы готовим разнос. Что за Дэмин? Немец вроде. Ты что, ты? Не. Ты что? Я вообще радугу пытался сделать. Ну, что ты нагнулся вот? Нормально. Ух, нифига проскочил. Нифига. Гол. Офсайд! Ну-ка, давай, беги и перепрыгивай. О, перепрыгивай. Там офсайд. Там было все идеально. Вот так. Нет! Почему так далеко? Пусти! Опа. Ну нет. Гений! Миногин, ты че? Не помню, как его Никита зовут. Ну и что это? Ты заговорил мне зуб. Миногин не спас. А я такой, я думаю, что кто такой Дэми в первом тайме? Ну ладно. Что? Вот где ты? И что? Ну 2-0 проигрываю, ну и чё? Я тебе что, дебил что ли? Это факт. Слушай, вот умеем мы пропускать во втором тайме. Да и в первом. Блин. Жух. Да ты не тот выбираешься! Жух! 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 А я вообще не на милика отдавал. Я вот так вот в центр думал залетит. Но занят был, у него... Вот. Ну это оправдание.
Вот, а насчет него я тебе говорил, он просто испугался, что он вот так вот про него такое мнение, что типа он действительно вот выдающийся уже раз стольких, типа уже прошел и раундов столько уже в топ. Сколько? 8 он лучших вошел? Там 8 вроде оставалось же. Нет. Больше? Их 16. 16? Ну, 8 пар, правильно? Правильно. Вот. И типа я говорил, матч закончился 5-0. Я говорил. Все неплохо. Так что остается еще Максима 3 попытки. Здесь либо у нас ничья может быть, либо полный разнос. Так что 5-0. Скорее всего, второе. Да. Мы перемещаемся. Ну, для вас это, естественно, все. Мы перемещаемся в следующую игру. С вами был Андрей. И Максим. И FIFA 20. До новых встреч, друзья. Всем до свидания.